Вот, пес, микроман и Иулия. Так, беседа, вы здесь не слушаете? Можно? Так, вы не садитесь, да? Так, вот, а вы здесь, да? Так, ну, что запомнилось, согласитесь, беседа? Просто большая. Что прекрасно. Где прекрасно? Везде. Везде. Вы святой жизни человек. Хотелось бы. Вот. А что запомнилось из бесед? Ну, вам, может быть, в вашу память. Вам что запомнилось? Что на душу легло? То есть не то, что я там из вас слушаю, что какой-то вопрос, а ну, что запомнилось? Ну, как что запомнилось? Ну, все хорошее, прекрасное. Любовь в жизни. Так, а по крещению, вот касательно крещения? Для чего и зачем? Приблизиться к Богу, к краю. Так, а вам и мне? Ну, то что скажете? Ну, ради спасения. Так, ну, а зачем вообще человеку быть крещенным? Вот человек верующий, он не верующий, но крещенный, а не крещенный. Вот, допустим, есть люди. Он не является членом церкви, если он не крещен. Так. А вот членство церкви что дает? Он может приближаться к таинствам, причащаться, может за него молиться. То есть человек, который крещенный, да, который член церкви, он должен и может в полной степени, так скажем, черпать все эти блага, то есть таинства, да, которые передаются членам церкви. Какие таинства есть? То есть, вот так скажем, если мы говорим так, раскладываем жизненную прямую человеческой жизни, вот и должен, да? Каким таинством, сколько вообще всего таинств? Семь. Вот, каким таинством церковь встречает человека? Семь. Так, сразу за ним в нашей церкви идет, это, так скажем, таинство сразу вниз. Следующий мир помазан. Совершенно верно. Вы никаких критикизаторов, нет? Нет. Вот, значит, потом, значит, да, а мне надо считать, сколько таинств. Крещение, потом какое? Мир помазан. Потом человек живет, и мы говорим, что это таинство самое важное, самое святое, то, которое, то таинство, которое невозможно получить вне церкви, только в церкви. Это таинство. Таинство причастия. То таинство, которое вот является кульминацией, да, и не знаю, кстати, апогеем всей духовной жизни человека и участия его в церкви. Семилетнего возраста, по учению церкви, когда вот юному человеку уже формируется единый аппарат, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Таинство, которое называется, как мы с вами говорили, таинство, шаг навстречу. Примирение, да? Примирение человека с Богом называется таинство исповеди, совершенно верно, да? Поэтому то таинство, в котором сокращается дистанция между Богом и человеком, потому что когда человек грешит, он сам себя от Бога удаляет. Так вот, таинство исповеди – это шаг навстречу примирения с Богом. Господи, прости, был неправ в этом и в этом. Прости, был неправ. Значит, только встречаем. Жизнь человека, конечно, хотелось бы, но чаще всего так не бывает, особенно в наше время исполнено различных недугов. И то таинство, которое врачует душевное, а через связь душевного с телесным, врачуется тело через врачевание души, это таинство называется по-своему еще совершается. Собором или по-другому Кириллово освящение. Вот. Сколько получилось? Шесть. И седьмое таинство, в котором церковь поставляет себе новых священнослужителей, таинство. Да, священство, да. То есть у нас получается семь таинств. Сколько заповедей? Роман. Десять. Десять заповедей, да? Какие это? Хотя бы из них. Сразу все вот идут, как называется. Топ, не убей, не укради, не полюбуй. Вот. Еще какие. То есть я всегда думал, чтобы было проще понимать, заповеди делятся на две части. Те, которые регламентируют жизнь между Богом и кем? Человеком. И те, которые регламентируют жизнь между человеком и человеком. Между Богом и человеком какие? Четыре силы. А между ними шесть. Не прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Вот. Там первое у меня есть Бог. Ну и да, совершенно верно. Так, второе. Не сотворись. Да. Помни день субботний, и же светите его. Ну там первое, второе, по мне они очень похожи. Не сотворись их у веры, и раз есть Бог, то не будете иметь любовь, раз или нет.
Так. А между людьми, да, мы с вами сказали, три. Не убей, не укради, да, не прелюбодействуй. Так, еще три. Да, не лжесвидетельствуй. Не лжесвидетельствуй. Так. Не желает того, чего... Да, ну, не завидуй, да, да, совершенно верно, да. И шестая, пятая заповедь, она прямо... Мечтай, совершенно верно, да. Отца и мать, да благо тебе будет, да благодарить и будешь на земле. Как вы думаете, зачем даны заповеди человеку? Для чего? Да, но опять же, если ты тоже сказал, вот будешь так жить, не будешь жить, я тебя накажу. Зачем заповеди даны человеку? Для чего? Что грехов, наверное, меньше совершал. Да, а грех это что такое? Грех это, ну, так скажем, нарушение естественного там, строя. Закона, нарушение закона. Да, совершенно верно. Вот, допустим, взять шелковую рубашку, да? Постирать не так, как написано, да, на внутренней ручке. Ее куда? Ну, потом наверное. Поэтому так и заповеди. Даны человеку для того, чтобы человек жил по ним, ну, счастливо и долго. Господь говорит, да, как создатель, как, можно сказать, производитель, говорит, будешь жить по заповедям, да, скрешать, вот, знаете, везде, там, на рубашках, везде, да, утюжок перечеркнутый, как вот эти вещи пользоваться. Вот. Поэтому так и заповеди. Господь говорит, жить по заповедям. Ну как это жить по заповеди? Что за жизнь такая? Налево не смотри, так не делай, так не делай, так не делай, ну это не жизнь. И человек живет так, как ему кажется. А потом, чаще всего, не у всех, но у большинства, к концу жизни, вот, приходит время или осознание, так скажем, человек прибегает в храм, хватает меня за грудки, трясет, говорит, давайте что-нибудь сделаем хорошего. Я говорю, мир человека, где же ты был раньше? Поэтому заповеди даны для человека Богом для того, чтобы человек жил счастливо. С одной стороны, конечно, ну это вообще не жизнь. Но Господь, как Создатель, говорит, живи так, и будешь жить счастливо. Поэтому заповеди даны человеку не для того, чтобы человек ущемить, там ему гнет какой-то и без того на непростую жизнь мысль, для того, чтобы человек жил счастливо, да? Как Бог сказал. Зачем нужны крёсты? Зачем? Вот, Роман, ваш ролик. В жизни Матфея какая? Забота. О чем? О? О духовном. Потому что о физическом заботятся родители. Напоить, накормить, накормить, будь и прочее. И часто на духовном, но это, скажем, это нормально, не остается времени. Когда всю неделю ты там выкладывался, на воскресенье утром, ну, это нормально, это человечески. Хочется поспать и не помолиться. И именно для этого есть крест. Который в воскресный день с утра берет Матфея, берет ему храм, причастие, да, благословляет, рассказывает ему. Это Сергий Радонежский, там, это Серафим Саврод, это Иоанн Богослов там, и прочее. Поэтому задача крёстка – не звонок два раза в год, не дорогие подарки, там, да, что кто такой крёстный, это какой-то мифический человек, который всегда появляется в празднике с подарками, а так он где-то есть. Вот. И крёстный – это руководитель, да, и как он по-другому в книге называется, воспеление, вот купили крещение. И он за него, и мы с вами это услышим, он дает перед Богом ответы, что человек, Господь, ну, обещает тебе, вырастет человеком достойным, за которого не будет ни тебе, ни церкви, да, ни родителям, ни отечества. Поэтому задача крестного – быть духовным наставником, духовным руководителем подрастающего человека. Я всегда задаю один вопрос, который характеризует духовную жизнь крёстную. Когда Юлия и Роман последний раз причащали? Так, а вы? Опыт. Вот. Поэтому это как лакмусовая бумажка. Если человек в жизни, ну да, в своей жизни, причащается реже одного раза в месяц, значит, он говорит, Господи, я заметую. У меня на тебя время хватает. Не хватает. Поэтому главный, скажем, главный таинство, главный вопрос, который в жизни любого духовного человека, когда ты причащался? Потому что если человек не причащается, значит, у него в жизни что-то есть там более важное, чем вот прийти, посвятить два часа божественной службе и божественной, скажем, общине. Это вопрос не для меня. Матфей выразил, говорит, я слышал в церкви, поп сказал, надо причащаться. Тот, кто причащается, тот настоящий христианин. Юлия, крёстный Роман, когда ты вообще причащался?
Как скажем, Матфея, слушай, ну я образно говорю, да? Там был переезд, а потом отчет, а потом отпуск, там и прочее. Поэтому вы, люди, которые для него должны служить и являться иконой. Иконы, помнишь, он придет к маме, как скажет. Почему нельзя сквернословить? Они могут сказать, спроси у крестных. Он вас спрашивает, почему нельзя? Он скажет, ну это, ну, я образно, да? Это грех. А что такое грех? Грех – это Бог. А что такое Бог? Да? То есть вы духовные руководители и наставники этого человека. Мама, папа и крестные не всегда будут с ним. А сегодняшний день он, ну, агрессивный. Он нравственного состояния, он агрессивный. И сегодняшний, в моих глазах, дети, да, хотя это уже смотришь, ей 17 лет, она уже как женщина, она хищница, прям выглядит уже так, прям вот. И недавно было там, ну, куда там, ну, выпускно, да, 11 класс. Но это вроде как бы дети, а это не дети, ну, это прямо это взрослые люди уже. Вот, поэтому жизнь будет его все время пробовать, так скажем, на вкус. Предложит, но он скажет, нет, крестный, говорю, нельзя сквернословить. Почему? Потому что это грех, потому что грех разрушает духовную составляющую человека. Он скажет, пойдем куда-нибудь. А что там будет делать? Нет, это грех. А грех это то, что разрушает, то, что удаляет меня от всего доброго и хорошего. Поэтому ваша задача делать ему, так скажем, нравственные прививки, да, чтобы потом никакая зараза нравственная к нему не приселилась. Поэтому на крестную берет ответственность. Да, нет возможности там причащать как-то, ну, искать возможность в жизни человека участвовать. Крестный – это не просто крестный, значит, праздник, значит, подарок, значит, нет. Поэтому. Для чего, еще раз так скажу, если я продолжу, то для чего песни? Чтобы человек был ближе к Богу, был Богу своим. Зачем участвовать в таинствах? Да? Человек, который крещен, может и должен участвовать в таинствах. Зачем участвовать в таинствах? Это то, через что человек посвящается. Да? Причастие – это так, божественная трапеза, исповедь – это шаг примирения на встречу к Богу. Заповеди зачем даны? Чтобы человек по указанию, да, по повелению Божию жил как? Счастливо. Ну, собственно говоря, и все. Поэтому помолимся о Матфее, чтобы Господь его благословил, принял благословенную душу и страшную тайну Христа твоего. Да по заповедям твоим жительства сохранит печать нерушимую, получит блаженство избранных по царству Твоим, благодать и человека, любви единородного Сына Твоего, с Ним же благословенности, со Пресвятыми Владим, и животворящим Твоим Духом, и не присни во веки веков, как переводится «Аминь». Каждая молитва всегда закрывается, запечатывается слово «Аминь». Не просто так, как? Совершенно верно. Истина. Да будет так. Радуйся, благодатная Богородица, Дева, из Тебе повысия солнце, правда, Христос Бог наш, просвещая сущие во тьме, веселись, святые старче, праведны, приемли в объятия, освободители душ наших, дарующих нам воскресенье. Господу помолимся. Господи Божий Вседержитель, Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное же и бессловесное, Словом Твоим создавай, и все отнесущие Твои живые привели. Тебе молимся и Тебе просим, дюже Твою волю, спас нас и работу и улью. Очисти от всякого греха и от всякой скверны, приходящих ко святей Твоей Церкви, да не осужденно сподобится причаститися святых Твоих тайн. Вот в этой молитве мы о ком молились? Да. Смысл, да, это о ком? О вас. А о чем? О том, чтобы Бог простил меня в отношении. Да, но главное, то есть вот для чего? Да не осужденно сподобится причаститеся святых Твоих. Чтобы вы, вот, совершенно верно. Потому что раньше, ну, как я так скажу, должен быть на сегодняшний день, не причащаться человеку сколько дней? 40 дней. Это, ну, очень тяжело. И человек, да, в смысле, говорит, Господи, прости, благослови меня и сподоби меня снова сподобиться причащаться святых Твоих. И от нерожденной трача благослови, возрасти, освети, вразуми, уцеломудри. Удобо мудрство, як это привело сие, показало мысли чувственной, да и умного сподобится света во время еже определились. И сопресвятствие святому Твоему стаду ненароду Твоим сыном, с ним же благословен Иси, со пресвятым и плодим, и желатворящим Твоим Духом на непресные олеги веков. Аминь. Мир всем и Духове Твоему. Вы, Ваше Господи, и преклоните Тебе, Господи, Господи Боже наш, пришедший на спасение рода человеческого, приди на работу Твою,
не сподобили честным твоим пресвитерством входа храма славы твоя. А мы из первых телесных, из первых душевного, в исполнении 40 дней, творя и достойное очищение честного тела и крови твоя. Я просветись и прославись, и причесное великолепное имя твое, с Отцом и Святым Духом, и не присни, и веки веков. Там громко и дружно. Господу помолимся. Господи, Боже наш, и на 10-й день младенец законному храму принесенный, от Марии Иисуса, брачные святые Твоей Матери, на объятиях праведного Симеона носимый, сам Владыка Всесильник, принесенного всего младенца, явитесь и Тебе всех Творцов благослови, и на всякое дело Твое Тебе благоугодное возрасти, и отгоняй от Него всякую сопротивную силу, знамение воображения Христа Твоего. Ты бы сохрани, младенцы Господи, да сподобишься святого крещения, получит часть избранных Царства Твоего, соблюдаем с нами благодать Твоего святые и насущные нераздельные Троицы, Тебе попадавая всякая слава, благодарение и поклонение своим изначальным Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом и непресне веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Отче Вседержитель, великогласнейшим пророком Исаием предвозвестивый нам, еже от Девы воплощение ненародного Твоего Сына и Бога нашего, еже в последние дни благоволения Твоим содействием Святаго Духа, спасение ради нас, человеком безмерным благоугодием от нее младенства Ти изволили. И по обычаю в законе святом Твоем по исполнению дней очищения святилище принести себе претерпи истинный закон о положенных сих. И на объятиях праведного Симеона носитесь из боли, а Боже таинство преображения в предреченном пророце, клещами угля и обленной познаками. И Боже мы верные подражания благодати держим, самый ныне сохраняем младенцы Господи, благослови от отчасти, вкупе с родителями и восприемники Его. И сподобие во время благопотребное его Твоим Духом от рождения, и сопричтение святому Твоему стаду словесных овец, нарицающихся именем Христа Твоего и Ветра и Всевышнего живы, и на смиренной презирая Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присты и веки веков. Аминь. Аминь. Так, Гуля, давайте Матфея. Гуля. Так. Вы становитесь. Да? Так, это рядышко. Господу помолимся. Господи, Боже, а имя Твоем, Господи Боже, истинный и народный Твоего Сына и Святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего Матфея, сподобшегося прибегнуть ко святому имени Твоему под кровом крыл Твоей сохранитесь. Отстави от него ветку, он и прелесть, исполни его ежи в Тебя веры, надежды и любви. Да разумеет, как Ты есть един Бог, истинный и народный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос, и святой Твой Дух, дашь Ему во всех заповедях Твоих, хотите угодно Тебе сохранить. Яко аще сотворит себе человек жив будет в них, напиши его в книге жизни Твоей, а соедини его стаду наследие Твоего. Да прославит имя Твое святое в нем и возлюбленного Твоего Сына, Господа живого нашего Иисуса Христа. И животворящего Твоего Духа, да будет дочь Твоя, взирающая на Него милостью вы, и уши Твои же слышите глас моления Его. Возвесели его в теле кругу и во всяком роде, и буду исповедься Тебе, поклоняйся и славе имя Твоя Великой Вышли. И восхвалит Тебя на всякие живота Своего, Тебя попоится силы небесные Твои, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присни во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Запрещаю Тебе, дьяволе, Господь, пришедший мир и вселивайся в человеке, да разруши Твоим учительству и человеке. Иже на древе сократим и силы, силы победи солнцу, помятки земли, поколебавшись, кором отверзающимся, и тире всем святых восстающим. Иже разруши смертью, смертью, образни имущим и державу смерти, все есть Тебе дьявола. Запрещаю Тебе Богом, показавшим древо живота и уставившим хирургим и пламенное оружие, обращающееся, стрящи то. Запрещен будь и он, ему Тебе запрещает, ходившим небу по суху на плечу морскую, и запрещившим буря ветров, и Боже зрение, сушит бездны, крещение, рысливые горы. Твой бы ныне запрещай Тебе нами, бойся, иди, и отступи от создания сего. И да не возвратишься, ниже утаившись мне, ниже настоящий, более действующий, ни в ночи, ни в огне, ни часе, ни полудни. Но отойди во свой тартар даже до уготованного великих и несунного. Убойся Бога, сидящий на ветерливых и презирающих бездны. И Боже, Ты вещит ангели, архангели, престоли, господство, начало власти силы, многочитие херувими, и шестокрылатие сиротими. И Боже, Ты вещит небо и земля, море и все же в них. И зыди отступи от запечатанного новоизбранного воина Христа Бога нашего. Он его Тебе запрещает, ходившим на крылу ветвью, творящим ангела своя, огонь палящий, зыди и отступи от создания сего, со всей силой ангелы Твоими. Яко благословись имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне присни во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Бог святый, страшный, славный во всех делах и крепостью своей, непостижимый, неисследимый сын, Твой предопределивый Тебе, дьяволе, вечной муки томления.
Нами недостойными его рабы повелеваете вы сесть в поспешной силе, отступить от того запечатанного именем Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего, запрещая тебе ума все лукавому и нечистому, и скверному, и омерзенному, и чуждему Духу всего Иисуса Христа, всякого власть имущего на небеси и на земли, легшего глухому и немому демону языке от человека, и никому меньше в него. Отступи, познай твою суетную силу, ниже на сыне от власть имущую, помяни повелевшего тебе по твоему прошению в остаток свиной нити. Убойся Бога и Божьим повелением земля на вода подтвердися, создавшего небо и поставшего горы, ставила в виду доли мерину и положившего песок в море предел. Ибо здесь зелень стезют верблю, прикасающимися горам однымятся, одевающимися светом яхоризу, простящего небо и кожу, покрывающими водами превыспания своя, основающими землю на утверждение о ней преклониться во век века, призывающему воду морскую, проливающую еду на лице всей земли, изыди отступи, а ты же по святому просвещению готовящимся, запрещая тебе спасительным страданиям Господа нашего Иисуса Христа, и честным его телом, и кровью, и пришествием его, страшно придет Бог и не закоснит судья всей земли. И тебе, и с поспешной твою силу мучит, и не огни не предавать Бог конечно, и те же черепи усыпай, и не угасай. Я придержал Христа Бога нашего с Отцем и Святым Духом, но и не присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, Господи Саваоф, Божий Израиль, косолей всякий недуг и всякую язь. Призви на раба твоего, взыщи, испытуй от жени от него все действия дьявола, запрети нечистую духом мою жени и очисти дела рода твоею, и острое твое употребимое действие. Сокруши сатану под нос его, вскоре и дашь ему победу на него и на нечистые его духи. Я когда тебе милость получил, сподобит тебе смертных и небесных твоих тайн. И слава тебе во след от твоего Сына и Святому Духу, на небе и с ней во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, Сын, Владыка Господи, сотворили человека, по образу твоему и по подобию, дав ему власть жизни вечной, даже отпадши грехом не презревый, но устроил его человечнее Христа твоего спасения мира. Само создание твое все избавляет работы вражья, примет царство твое пренебесное, отверстие Божие мысленного и ожидаете в нем просвещение Евангелия твоего. Сопрези живо твоего ангела, света, избавляющего от всякого навета сопротивлежащего, от светения лукавого, от демона полуденного, от мечтания лукавого. И живи, живи из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося сердца его, и жени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося сердца его, и жени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося сердца его. Духа прелести, духа лукавства, духа идолослужения и всякого лихоимства, духа лжи и всякой нечистоты, действуя по научению дьяволю, и сотвори его в час повестно святого сада Христа твоего, путь чести церкви твоя, сын и наследника царства твоего, да по заповедям твоим жительствам и сохраним печать нерушимую, и сокрыт ризу не скверну, получит блаженство святых во царстве твоем. Благодать и щедротными человека любит, единородного сына твоего с ним же благословенности, со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, и непризнанный во веки веков. Аминь. Так, а кто мне скажет, ориентируясь в храме, где Восток? Восток. Восток. Храм состоится на восток. Мы поворачиваем назад. Вопросы, вот те вопросы, которые я вам говорил, они задаются сегодня Матфею. Но за Матфея у нас сегодня кто? Крестный. Поэтому нет вопросов, где отвечает крестный. Отрицающие сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всех гордынь его. Отрицаемся. Отрицающие сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всех гордынь его. Отрицаемся. Отрицающие сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всех гордынь его. Отрекался Иси сатаны, отрекохся. Отрекался Иси сатаны. Отрекался Иси сатаны. Отрекохся. И дуни, и плюни на него один раз символически дуем и прием на сатану. Да? Поворачиваемся на восток. Сочетовавшийся Христу, сочетоваюся. Сочетовавшийся Христу, сочетовавшийся Христу, сочетался Иси Христу, сочетался. Сочетался Иси Христу, сочетался. Сочетался Иси Христу,
И верующий ему, повторяем за мной, верую ему, верую я к царю и Богу. Я к царю и Богу. Так. Юрий, символ веры сможете прочитать? Можно попомнить, можно пойти. Лучше по тексту. Да, есть у вас текст? Нет. Громко, да, давайте. Верую во единого Бога Отца, Содержителя, Творца, земли, видимо, уже всем и невидимо. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, Бога Отца, рожденного прежде всего, Сына Света, Бога истина, от Бога истина, рожденного Бога, творенного и насущного Отсюда, и уже вся Бога Иисуса, нас и начала, и так, Роман, теперь ваша очередь. Верую Бога Отца Всеможителя, Творца Небесного, видимого Бога Всех, невидимого, и любимого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Народа, и же от Сева ждала верю всех лет. Свет от Света, Бога Отца, теперь все вместе повторяем за мной. Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу. Троице единосущный и нераздельный. Благословен Бог всем человеком, хотя спастись и познать истины прийти. И не присни во веки веков. Господу помолимся. Благодарю Господи Боже наш, призови раба Твоего Матфея ко святому Твоему посвящению. И сподоби Бог великий все благодати святаго Твоего крещения, отрещи поверхности обнови Его в живот вечный, исполни бы святаго Твоего Духа силы, соединение Христа Твоего до них тому чада тело будет, но чада Твоего Царства и благоволения и благодати, единородного Твоего Сына, с ним же благословенный си, да пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, и не присно во веки веков. Аминь. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, и не присно во веки веков. Миром Господу помолимся на каждое прошение, вы говорите, нужно Господи, аминь. О сущем мире и спасении нужно же Господу помолимся. Господи, аминь. О мире всего мира и благостоянии Святой Божьей Церкви и соединении все Господу помолимся. Господи, аминь. О святем храме мы с верой, благоговением и страхом Божьим, ходящих вон Господу, помолимся. Господи, аминь. О великом Господине и ценавшем святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии, честнее пресвитер всего в Христе Диакосме, во всем Христе люди Господу помолимся. Господи, аминь. Бога хранили и стране нашей, и властей Его, и Господу помолимся.
Господи, помилуй. Еже святитесь в Одессе, и силы действия мы наитим Святого Духа Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже и спаслати сие, и благодать избавления, благословения данного Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже прийти на воды сию очистительному, присущественной Троице действия Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже просветитесь нам просвещением разума и благочестия, наитим Святого Духа Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже показати сие и отданные всякого навета видимых и невидимых врагов, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Поеже достойно быть и нетленным и царствием, и крещаемому Господу, помолимся. Господи, помилуй. Поеже ныне приходящим ко святому просвещению и спасению Господу, помолимся. Господи, помилуй. Поеже показатися Ему, Сыну Света и Наследнику Вечной Главы Господу, помолимся. Господи, помилуй. Поеже быть Ему в страстном и причастии по смерти и воскресенье Христа Бога нашего, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже сохраните Ему одежду крещения, вручение Духа нескверно, непорочно, в день страшный Христа Бога нашего, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже быть Ему в Одессе, и по непути бытия, оставление веков, одежды и тление, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже слышите, Господу, Богу, глас моления нашего, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже избавитесь Ему, женам, от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божия Твоею благодатью, Господу помолимся. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, хлебоблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу, и присно Деву Марию со всеми святыми поминувшие, сами себе и друг друга, весь живот наш Христу, Богу предадим, Господу помолимся. Господи, вереси, Господи, чудо дела Твои, единожи слова, доволи будет пению чудес Твоих. Вереси, Господи, чудо дела Твои, не единожи слова, доволя будет пению чудес Твоих. Вереси, Господи, чудо дела Твои, не единожи слова, доволя будет пению чудес Твоих. Ты по хотением отнесущих Твои же быть и приведы всяческие Твои державы, содержишь и Твои Твоим помыслом в прочь мир. Ты от четырех стихи Тварь сочинивый, четырьми времени двух лет обечал Иси. Тебе трепещет умная вся сила, Тебе поет солнце, Тебе славит луна. Тебе присутствует звезда, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы. Ты простерлась и небо, и как можно утвердилась и земля на водах, ты обратилась и море песком, ты к отдохновению воздух пролиял и сит. Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются, нагочите херувими и шестопилате серафиме. О, предстоящая, предстоящий страхом неприступной слава твоя покрывается. Ты бы Бог сын неописанный, безначально же неизглаголный, пришелась и на землю зрак кровоприим, подобие человеческим был. Не потерпелось и владыка милосердия ради милости твое зрение дьявола мучим урода человечек, но пришелось и спасалось и нас, исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние естества нашего рода, освободились и девственно осветилось утробу Рождеством Твоим, вся тварь воспевает явшегося ты, Бог наш на земле явился и си, из человека пожилось и ты иорданские струи осветилось и с небеси не спасла нас святаго Твоего Духа, и главы там отнездящийся сокрушилось змея. Ты оба человека любчи царю, прийти и ныне найти в святаго Твоего Духа, свети воду сию. Ты оба человека любчи царю, прийти и ныне найти в святаго Твоего Духа, свети воду сию. Ты оба человека любчи царю, прийти и ныне найти в святаго Твоего Духа, свети воду сию. Не дашь ей благодать избавления, благословения Иорданова, сотвори нетление источника освящения, дар грехов разрешения, недугов исцеления, демонов всемобительства, сопротивных сил неприступной ангельской крепости исполнену. Добежат от меня наведующие создания Твоего, яко имя Твое, Господи, призвав, дивные, славные, страшные сопротивы. Да сокрушатся под знаменем образа Христа Твоего все сопротивные силы. Да сокрушатся под знаменем образа Христа Твоего все сопротивные силы. Да сокрушатся под знаменем образа Христа Твоего вся сопротивные силы. Так, полностью было заплачено. Молимся Тебе, Господи, да отступят от нас все воздушные неявленные привидения, и да не утаится в Одессе тем от тем, ниже ты снит, скрещающимися духу, как и помрачение помыслов, и мятеж мысленного дрей. Но ты, владыка всех, покажи воду сию, воду избавления, воду освящения, течение плоти духа. А слава в составлении прегрешений, просвещении нужд, вами Боги бытия, обновление духа, сыноположение, дарование, деяния, нетление, стойким жизни. И врекли сим, если Господи, измытите и чисти, будете отомить лука слабыш ваших. Ты даровалась нам свыше паки рождения водой духом. Явите, Господи, на воде сей наш, притворитесь ей в ней крещаемом. Боеже, отложите его ветхого человека, и не побудет обречись. Облечись же в нового, обновляемого, по образу создавшего. Да
Чтобы страстное подобие смерти твоей причине мощник и воскресенье будет, и сохранив дар святаго твоего духа, и предостив народ благодати, прими почесть горнего звания, и соприсердце перворожденным написанным на небеси. Тебе Боже, Господи нашему Иисусе Христе, яко Тебе подавает славу, державу, честь и поклонение, купи со безначальным Отцем, и со пресвятыми благи и животворящими Богом, и не Христа и веки веков. Аминь. Мир всем и духам Твоему. Лавы Ваше Господи, и преклоните Тебе, Господи. Отлично. Да, Бог, я уже что-то делал. Бери все, смотри. Вот клёвка и пластик. Вот это? Да. Вомим, аллилуйя. Вомим, аллилуйя. Вомим, аллилуйя. Благословен Бог, просвещая и освящая всякого человека, идущего в мир, во имя Отца и Сына, Святого Духа. Помазуется раб Божий Матфей, так, помазуется раб Божий Матфей елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во исцеление души между лопаточками помазать, между лопаточками и тело. Слышание веры. Руцы твои сотворись тебя и создай тебя, ноги, пожалуйста, во еже ходите ему по стопам заповеди. Так, или вот так, так более шаг назад. Так, восстановись вот сюда. Так. Так, чуть-чуть назад. Двумя руками, подмышки, лицо к себе спиной, вот так, да, да, двумя руками, подмышки, да, над купелью, да, ровненько. Горизонтальное положение преподаем, голову пониже, попу повыше, нет, так же ровненько, да, просто вот так вот, как бы вот так вот наклоняете, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так вот держим, да. Все, он будет упираться, чуть повыше, вот так, вот, да, он будет упираться, вы его держите. Крещается раб Божий Матфей во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. Держим, держим, держим. И Святаго Духа. Аминь. Отдаем крестному. Аще, кто хочет последовать мне, возьмет крест свой и по мне грядет. Так, одеваем. Подож свет, владеете светом я коризую, многомилостивее Христе Боже наш. Вытираем его насухо, и насухо тело, одевайте ему рубашечку, пожалуйста. Приводите ему. Ложи ниже оставившиеся беззаконие, и же прикрылся без сил, ложи муж не уже не винит Господь века, ниже есть в устех и болезнь, как умолчав, и душаши кости мои, отвижу с вас на весь день. Яко день и ночью тебя те на мне рука твоего, возвратился на страсти, к вам все мятеж. Беззаконие мое познать, как рука моего не покрыл, рех, исправляй меня, беззаконие мое, Господь, тебе ты оставился нечестью сердца моего, зато помолятся тебе всех преподобно во время благопотребного, бачу в потопе вот ноги к нему не приближатся. Ты, если ты верующий моя, скорбь ближайшая моя, радость моя, избави меня от прошедших меня, разумите наставление дитя на пути. Вон же ходишь, утяжу на тебя, отче мои, не будете я, как он немецкий, женить над но глазами твои челюсти их посягнешь. Не приближающихся к тебе многие раны грешному, уповающим уже на Господа милости, будет веселитесь о Господе, и радуйтесь и праведни, и хвалитесь и все праве сердце. Благословенный Господи Божий, Снежитель, источник благи солнца правды, воссияем сущим от меня свет спасения во имя народного Твоего Сына, и Бога нашего даровая нам и достойное блаженное очищение во святей воде, и божественное освящение животворящего помазания, и жены не побивали в паке родителей, рабат выданного до священного водой духом, и вольных и неволе веков оставления тому даровала. Сам Владыка Цитарю Богу кровный, да, потому и печать дара святаго и цесунный век поклоняемый до Твоего Духа, и крещение святаго тела и честной крови Христа Твоего. Сохрани его твоим освящением, утверди в православной вере, избави от лукавых и всех начинаний, и спаси тебя мудрым страхом. Чистоте и правде души Господи, во всяком деле свое благоугожает тебе, Сын и наследник будет небесный в Твоем Царстве. Яко ты и Бог наш,
Бог ежемилую и спасать тебе, слава высылаем Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присне, и во веки веков. Аминь. Так, на руках должен писать храма. Печать Дара Духа Святаго. Печать Дара Духа Святаго. Так, крестные вдвоем. Сомнится во Христа крестися, во Христа облекостися, аллилуйя. Единицы во Христа креститеся, во Христа облекостися, аллилуйя. Единицы во Христа креститеся, во Христа облекостися, аллилуйя. Единицы во Христа креститеся, во Христа облекостися, аллилуйя. Единицы во Христа креститися, во Христа облекостися, аллилуйя. Единицы во Христа креститися, во Христа облекостися, аллилуйя. Просим услышать Святого Евангелия, мир всем и духами Твоему. От Матфея, Святого Евангелия, чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боме, во время Иона, единина с ученицей и дождь обгорению Горома, а уже повелим Иисус, и видевший Его, поклонившись Ему, вижу, сумневшийся и приступ Иисус, лечи благое, дадись ими всякая власть, над ними сильной земли, шедше научите все языки крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие вести вся, и великая заповедать вам, и все с вами есть во все дни до скончания века. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавление веков с этим крещением работы ему даровало жить, хватит рождения ему подарок. Сам возлюби, Господи, просвещение лица Твоего в сердце его зареть, и мы ему поговорим. Щит веры его не навека от врагов соблюди. Для недвежно ее жатеясь, не смертно гнев и не блазню сохрани. Нерушимую гнев духовную печать благодати Твоей соблюдая, милости к нему жена бывая по множеству щедрот Твоих. Я бы благословился и прославился по честной великолепной имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присне во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи Боже наш, купея небесное сияние крещаемо подавая, Паки родимый раба Твоего посвященного Водой Духом и вольных и невольных веков оставления тому даровал. Возложи на него руку Твою державную, сохрани его в силе Твоей благости, не кратно обручение сохрани, сподобие его в жизнь вечную Твое благовождение. Яко ты и все освящения наши, Тебе слава посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Вини присни и реки веков, аминь. Мир всем и Духове Твоему. Главы ваши, Господи, и преклоните Тебе, Господи. Одеемся в тех Христа и Бога нашего, Тебе поклони с нами свою главу. Его же сохрани непобедимо подвижника прибытия на свою вражду носящих на него раны. Твоим же не тренды венцем даже до конца победителя вся покажи. Яко Твоей свежей милости и спасать, Тебе слава высылаю, за предначальник и отце, и пресвятым его одним, и животворящим твоим духом, и непресне, и веки веков. Аминь. Так, Роман, подходите. Освятился Еси. Мира помазался Еси во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вставайте, пожалуйста, обратно. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи Боже наш, живообразом Твоим почтивый человек, а души словесное тело благолепно устроило его, и когда тело служит словесной души и главу, было высочайше положимой, и в ней множество чувства возродимой. Не запинающий друг друга волосы живого покрыва сего, ежели не блеждайтесь о приложении воздушными, и вся вода его потребна на сотни, вы до всеми благодарите изрядно художника. Сам Владыка сосудом избрания Твоего Павла, апостолом, заповедуй нам, все славы Твою творите, пришедших рабатку по Матфея, начаток сотворите, стрящи волосы главы Спыня. Благослови Бога Святого восприемником, и дашь не всем поучительствам в законе Твоем и благоугодно Тебе деятельности. Яко милостив и человека любит Бог, и сей Тебе славу высылаю, а через Сыну Святому Духу на непресне я веки веков, а мир всем и Духове Твоему. Вы, Ваше Господи, и преклоните Тебе, Господи. Господи Боже наш, от исполнения купельной Твоей благости, освятивы в Тебе верующих. Благослови настоящего младенца, и на главу его благословение Твое для скини. И я же благословил и пророком Самуилом, Давида царя, благослови и главу раба Твоего Матфея,
рукою не грешника, приходя ему духом твоим святым. Я тебя преспевая возрастом и сединами старости, славу тебе во след, и увидеть благая Иерусалиму во все дни живота своего. Я преподаваю тебе всякое слава, честь и поклонение твою Сыну Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Воздвигается раб Божий Матфей. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. А, куда я так сижу? Вминайте, закатывайте в шарик и погружайте в купель. Все услыши, помилуй, крадо Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся великим Господине Отце нашим, святейшим Патриарху Кирилле Господине нашим, Высокопреосвященнейшем Митрополите Ювенарии и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Бога храни в стране нашей, во все твое злия, да тихое безмолвное житие поживе, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии и спасении, и оставлении веков рабов Божьих, романа и воли восприемников. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся новопросвященном рабе Божьем Матфея, и еже сохранену в эти нему вере чистого исповедания, во всяком благочестии, свеже и исполнении заповедей Христовой, во все дни живота Его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я, милости, при человеке любить Бога, и сии тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божий, уповали наше, слава тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Три раза, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови и живы Иордане, креститесь и изволивай от Иоанна нашего ради спасения. Христос истинный Бог наш, молитве пречистой своей Матери, святого апостола Евангелиста Матфея, святителя Лазаря, епископа Китийского, четвероденного и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благо человека, любец, трясу, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так, Роман, разводитесь на месте все. Вы по центру, да? Маму и Юлю приглашаю сюда. Возобновляется раб Божий Матфей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вниду в дом твой поклонюсь ко храму святого твоему страсти твоей. Возобновляется раб Божий Матфей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Церкви, Господи, воцерковляйся раб Божий Матфей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Воцерковляется раб Божий Матфей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Роман, я сейчас буду читать молитву, вы в это время прикладывайте его к иконе Спасителя и потом сразу к иконе Божьей Матери. Пожалуйста. Ныне отпущающий раба твоего Владыка по глаголу твоему с миром, яко видишь, что отчим и спасение твое, ежеси уготово при лице всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих, Израиль. Аминь. Воцерковляется раб Божий Матфей во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Вручайте маме, пожалуйста. Всех вас поздравляю с совершением таинства крещения на врагов Божьих. Матфея. Так, это вы забираете домой, сделаете бумажку, конверт, подписать. Да. И у меня зайка. Да, где штраф, кому по какому случаю лежат. И хранятся они дома, где икончик. Да, не в ящике, не в коробке, да, вещи освященные, а где икончик. Так, это для домашней молитвы. Роман. Вот. Все, ничего не забывайте, документ наверху не забывайте. В ближайшее время его вычистить. Да? Завтра, в ближайшее время. И всем помощи Божьей. Спасибо. Спасибо.